Summer Weekend – ежегодное летнее фэшн-событие, которое проходит под эгидой Odessa Fashion Day при поддержке Odessa Fashion Union, локация Отрада Beach Club. Среди гостей не только любители новых трендов, но и те, кто активно поддерживает инициативу развития украинской индустрии моды. Это студия Parisienne, Олена Морозова из Парижа, это наш партнер. Завтра будет проходить тоже очень важное действие, это подписание меморандума о партнерстве. Потому что наша мечта – это все-таки открыть этот коридор в обратную сторону во Францию, потому что мы каждую весну демонстрируем благодаря Альянс Францез здесь французских кутюрье из Марселя, но в обратную сторону мы почему-то никак не едем. Так в интерактивном голосовании победила дизайнер Юлия Гурская. От партнеров из Франции она получила возможность участвовать в образовательной программе и поехать в Париж. Развиваться, обучаться, поскольку в свое время, когда я уезжала учиться, это я знаю, через что люди проходят, с какими трудностями сталкиваются. Дать им эту возможность. Помимо показов на Summer Weekend проходят также конференции, мастер-классы и интерактивные тренинги. Например, образовательная платформа Fast Fashion Education, созданная в Киеве, призвана объединить всех, кто имеет отношение к моде, в их стремлении развиваться. Индустрия моды просто очень широкая, и направлений деятельности, направлений профессии огромное количество. И поэтому здесь есть чему учить, и учитывая, насколько быстро и динамично сегодня развивается мир, и также быстро появляются все новые и новые профессии. Блогеры, стилисты, владельцы брендов, люди, которые вообще в творчестве хотят внедряться в индустрию моды. Фишка в том, что у нас именно модное образование, то есть мы связываем образование, моду и бизнес. На Summer Weekend активно работает маркет-зона, где гости могут посмотреть и приобрести изделия украинских дизайнеров. Всего за два дня было представлено около 15 коллекций. Среди них бренд Star. Это круизная коллекция. Часто ходим в круизы. Вот. Мне хотелось создать вот такую легкую, летнюю, яркую коллекцию. Это шифон, трикотаж, лен, шелк. Коллекция бренда Натали Бибикова удивляет разнообразием летних настроений, которые могут быть у женщины. Женщина-весна, женщина-лето. Нежные цветы, сама колористика коллекции очень нежная. Воздух, вода, облака, птицы, природа. Все, что может лететь, пениться, кружиться, нашло применение в коллекции бренда Montcheri. Оборки, мягкие складки, воланы, кружево, волны узоров и цвета. Сегодня в коллекции было представлено 10 образов. Это женское настроение и воплощение его в этих платьях, в этих образах. У меня есть опыт путешествия в разные страны, и хотелось передать это настроение в этой коллекции. Известный бренд Кека представил вторую в своей истории круизную коллекцию. Это классическая круизная коллекция, то есть это полоска. Нам помогали наши друзья, студия витражей, разрабатывать украшения там, в виде корабликов. Это очень все здорово, как бы к нашим сумкам. Лапти бренд помогли нам с обувью для показа. То есть это такая коллаборация, то есть Кека плюс витражи плюс Лапти. Поэтому думаю, что вы останетесь довольны. Odessa Fashion Day является стратегическим партнером Ukrainian Fashion Week и продолжает расширять сотрудничество в этом направлении и выходить на международный уровень. Таких три направления, которые, я думаю, что мы будем развивать дальше. Основное, это, конечно же, catwalk, да, это показы коллекции, одежды, обуви, аксессуаров. Второе направление, это маркет, да, то есть fashion shopping place, который мы стараемся каким-то образом развивать. И третье направление, это образование, то, без чего невозможно. Интерес к развитию украинской индустрии моды стремительно возрастает. И Odessa Fashion Day – яркий тому пример. Ежегодное событие, которое не только собирает дизайнеров из разных регионов Украины и других стран, но и привлекает все новых партнеров, заинтересованных в том, чтобы качество и узнаваемость отечественных производителей было на самом высоком уровне.